I can't believe he didn't cry during Titanic. Do men even have feelings? Алек, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алек, не делайте это, не делайте, не надо. Вы в любом случае, Алек, пойми, и ты погибнешь, и я погибну. Что с этого толку будет? Сам правильно пойми, кто от этого выиграет. Мы же от этого с тобой не выиграем, понимаешь? Если мы, я тебя увижу в бою, понимаешь, что ты отлично, не отлично, уже я тебя сидеть не буду так же, как и ты меня, понимаешь? Ты лучше ко мне как гость приедешь. Отводи ребят, не надо. Пожалей их матерей, пожалей их самих. Отводи ребят, Алек, дай команду. Но я не такой большой начальник, давать такие команды. Алек, ну ты правильно пойми, я, например, тебе просто от сердца, да, и чисто желаю, чтоб ты живой, конечно, остался, но уйди лучше. А я такого выбора не имею, у меня есть приказ, и я его выполню в любом случае. Надо на перрон, блядь, на перрон. И все же через путя видно всех, как мочить, блядь.